Да, я сегодня встала с утра, и я даже своей подруге написала, что сегодня мы напишем историю. И я очень рада, что эта мечта сбылась. Я рада за вас, потому что долгий путь, это было видно, что вы шли просто вот победить. Что пожелаете вашим русским соперникам? Удачи. Как-то мы сегодня провалились немножко. Это спорт. Ничего страшного? Ничего страшного, никогда не сдаваться. Вы умница, молодец. Просто первая женщина, вот, потому что сейчас эпоха тинейджеров. Вы не думаете, что она... Вы доказали сегодня, что эпоха тинейджеров — это не все, что нужно... Я считаю, что самое главное — вера в то, что ты делаешь. И работать и идти к тому, к чему ты стремишься, и никогда не сдаваться. Это самое главное. В Москве бываете или редко? Редко. Давно уже, да? А в Киеве? Тоже. Тоже уже, совсем Германия. А с Бруно вам повезло, я так понимаю? Что... Ну, я хочу сказать, что я правильно партнера выбрала. И ну, вы же замужем, насколько я понимаю. Партнеры обычно это пара. Я имею в виду партнера по спорту, я, не по жизни. Да. И ваш муж, он немец или... Англичан.